Ознакомился глава Чувашии с работой предприятия по добыче гипса. Сейчас его развивают мордовские инвесторы. Михаил Игнатьев поговорил с руководством о перспективах. О тяжелых временах на предприятии уже не вспоминают. С приходом новых инвесторов на развитие производства было направлено более 1,5 миллиардов рублей. Приобретена новая техника, трудоустроены квалифицированные специалисты. В этом году в шахте удалось добыть более 300 тысяч тонн сырья. В перспективе темпы рассчитывают нарастить. Из недр земли с помощью современного оборудования удастся поднимать более 2 миллионов тонн гипса в год. В ближайшее время на территории необходимо возвести новый ангар. Добывать начали много, но хранить под навесом все сырье уже невозможно. Мы должны выйти на объем товарной продукции как минимум 1,4 миллиарда рублей по году, производя высококачественное сырье для гипсовых предприятий. Но Михаила Игнатьева интересовало и то, в каких условиях работают специалисты. На предприятии трудится 180 человек. Инвесторы заверили, что средняя заработная плата на предприятии составляет 35 тысяч рублей. Это в 2 раза больше, чем в других организациях района. О заработной плате речь зашла и на совещании с руководителями Поречья. В муниципалитете указы президента России выполняют. Работники бюджетной сферы уже почувствовали прибавку в кошельке.